Сегодня 17 июня, люцерна на корм, на сенаж, люцерна первого года жизни. Посев был произведен где-то в конце апреля, начало мая. Норма высева здесь 12-14 килограмм на гектар. Основная обработка, предшественник ячмень, основная обработка вспашка, выравнивание с осени, посевная культивация, сев, сеялка Rapid 800S, прикатывание. По всходам здесь работали и мазотопиром. Посев чистый, то есть проблем здесь по сорнякам нет. В целом, если тогда возникает вопрос, стоит ли люцерны убирать первого года жизни на сенаж или на сено, ну, если посев вот так развит, так в таком состоянии, но я имею в виду в чистоте, его не нужно подкашивать в ранние фазы. В целом это возможно. Возможно даже убирать до двух укосов. Люцерна она крепнет к этому времени, становится более сильной. И плюс мы еще и укосами подчищаем от сорняков, которые, может быть, где-то пробились, где-то остались. Люцерна достаточно такая уже рослая, уже ее немножко так заваливает. Но это из-за того, что были осадки, была благоприятная погода, были ветра, ее немножко сбили с толку. Сейчас высота люцерны 30 сантиметров. Первого года жизни. Что по люцерне еще можно сказать? В целом, как бы сложности нет. Обычно люцерна чистая, если она идет на сенаж. То есть не всегда, не обязательно применять какие-то гербициды. Хотя бывают случаи, когда засорение может возникать из-за, может быть, не густого посева или из-за того, что поле было нехорошо подготовлено. В целом лучше люцерну не отпускать больше, чем на 3 года, потому что все равно посев начинает выбиваться, зарастать, крепнет многолетка. Лучше все же люцерну ограничивать до 3 лет и на семена до 2. Потому что почему на семена до 2 лет? Потому что на семенах, на люцерне на семена, посевы еще сильнее зарастают, чем на сенаж. Поэтому как бы в стратегическом таком плане лучше люцерну на семена держать не больше 2, то есть пытаться получить семена с первого года жизни и со второго. А дальше уже люцерну вводить в оборот. Все же это еще и хороший предшественник. Пользоваться этим. То есть не забывать, что люцерна хороший предшественник, достаточно всегда высокий урожай по кукурузе, по яровым после люцерны, поэтому здесь нужно как бы этим пользоваться, это нормально. Но в целом все, что тут еще можно добавить? Наверное, больше и не добавишь ничего. Культура достаточно простая. В основном ее простота, она после того, как вы ее защитили от сорняков, и все, пользуйтесь ей, косите, закладывайте.